Казахстан. Страна, которая на мировом нефтегазовом рынке давно не нуждается в представлении. Сегодня в республике добывается 90 миллионов тонн нефти в год. На территории независимого государства расположены уникальные и крупнейшие месторождения нефти и газа. Только вот есть одно «но». Казахстан не имеет выхода к открытому морю. Это значит, что транспортировка сырья и нефтепродуктов значительно осложняется. Однако это не помешало республике за годы независимости вернуть себе статус транзитного хаба. За эти 30 лет созданы и продолжают развиваться экспортные системы Каспийского трубопроводного консорциума, Казахстанско-китайского нефтепровода, Трансазиатского газопровода, где у Казахстана центральное место в интегрированной трубопроводной системе. Масштабная модернизация нефтеперерабатывающего сектора открывает перед страной новые рынки сбыта углеводородных продуктов высокого передела. Я уверен, что нефтегазовые отрасли не только специалисты не только справились, они даже, по-моему, перевыполнили поставленные задачи. Сегодня все эти магистральные трубопроводы работают на полной мощности. Сейчас все это звучит красиво и гордо. Только вот за этими словами скрывается большой непрерывный труд всей отрасли на протяжении 30 лет. Ведь Казахстан, как известно, принял советскую нефтетранспортную систему в критическом состоянии. В начале 90-х востребованной была перевозка нефти по железной дороге. Каждый из нас, я думаю, ну хотя бы раз в жизни видел все эти длинные составы с бочками, наполненными нефтью, цистерны. Так они называются, и наполняют их на таких вот железнодорожных эстакадах. Правда, здесь, на нефтеперекачивающей станции «Актау», всегда занимались исключительно сливом нефти, а именно из разных регионов. Нефть сюда приходила составами, вот такие вот трубы крепились к цистернам, по ним нефть уходила в насосные, и дальше ею наполнялись резервуары. Сегодня все это происходит по трубопроводу, но от эстакады здесь не избавляются. Только вот удовольствие это не из дешевых. Наиболее эффективный и выгодный способ транспортировки нефти по трубопроводу. Основной казахстанский транзит проходит через Россию. Для большинства участников рынка это составляло лишь 30% от общего объема добываемой нефти. Соответственно, тяжелая задача встает перед Казахстаном на заре независимости. Кстати, первый магистральный нефтепровод на территории страны был построен еще в 1935 году. Он соединил месторождение Западного Казахстана с Орским НПЗ в России. Остальная часть нефтяных магистралей сооружена в 60-х годах 20 века. В 1966 ввели в эксплуатацию нефтепровод для транспортировки сырья с узеньских месторождений до порта Актау. В 1969 Узень соединили с Атырауским НПЗ. Место встречи трубопроводов, как правило, выглядит вот так. Здесь они переплетаются по одним трубам. Нефть приходит на станции, по другим уходит. Например, сюда, на нефтеперекачивающую станцию «Актау», сырье попадает вот по этому нефтепроводу «Каламкас-Каражанбас-Актау», а уходит уже по вот этой системе в Узень. После того, как пройдет лабораторные исследования и перераспределение, оно присоединяется к артерии легендарного нефтепровода «Узень-Атырау-Самара». Это первый нефтепровод горячей нефти. Ну, то есть, он оснащен печами подогрева для высокозастывающего сырья Жетыбай-Узеньской группы месторождений. Он же был в советское время еще построен. Да, уникальный он с точки зрения того, что он транспортирует так называемую высоковязкую нефть, которая добывается на Узени. Значит, там температура застывания более 30 градусов плюс, поэтому необходимо его так называемо подогревать, да, по пути транспортировки.
Тогда, в 90-е, хорошо выглядящие сегодня магистрали необходимо было модернизировать и развивать. А Атырау-Самара был единственным экспортным трубопроводом, который вливался в российскую нефтепроводную систему компании «Транснефть». И куда, кстати говоря, еще надо было пробиться. Но она была ограничена производительностью и определенными регуляторными, будем говорить, положениями, которые определяли там установление тарифа, квот на экспорт и тому подобное. Были ограничения. Однако у Атырау-Самара уже тогда были и недостатки. Компаниям, у которых качественная и оттого более дорогая нефть, невыгодно терять рыночную премию из-за того, что она смешивается с менее ценными сортами. К примеру, тенгизское сырье, которое по плотности близко к классу премиум, стоит значительно дороже российского сорта Urals. Понятно, что смешивать их значит обесценивать более качественное и дорогое сырье, и с приходом в Кастрансойл Тимур Кулибаев поставил задачу увеличить экспорт нефти почти в 4 раза, до 15 миллионов тонн в год. Сначала казалось, что за столь короткий срок миссия невыполнима. В результате то, что еще вчера казалось невозможным, достаточно быстро притворилось в жизнь. Пропускная способность основного на тот момент экспортного нефтепровода Атырау-Самара возросла до 15 миллионов тонн в год. 7 июня 2002 года правительства Казахстана и России заключают соглашение о долгосрочном транзите казахстанской нефти через российскую территорию. С того самого момента нефтегазовое партнерство Казахстана и России расширяется и крепнет. Тем временем новые возможности экспорта по маршруту Атырау-Самара всех потребностей не покрывали. Увеличение количества недропользователей требовало новых экспортных мощностей и выхода на другие рынки сбыта. Политическое руководство страны поставило соответствующую задачу перед нефтяниками. Глава государства поставил задачу создать многовекторную систему. И так мы прорубили окно, как говорится, на Черное море. Становление новой нефтетранспортной и экспортной политики Казахстана начинается с выстраивания надежного пути для доставки продукции своих недропользователей на европейский рынок через Черное море. Во второй половине 2000-х «Казмунайгаз» приобретает Батумский нефтяной терминал. Это решение было призвано улучшить контроль над данным транспортным коридором и увеличить кумулятивный эффект от покупки нефтеперерабатывающей и сбытовой группы «Ромпетрол», действующей в странах Черноморья и Средиземноморского бассейна. Новоморье – это открытый рынок, там компании различные покупают. Ну, у нас, например, в партнерах там есть такие компании, как Mitsubishi, которые там, Mitsui, японские компании, крупные трейдера. Такие компании, как Vitol, ExxonMobil, есть такие компании, которые крупные трейдеры, они. Shell, опять-таки, да. Ну, Shell – это тоже крупнейший трейдер. Поэтому, конечно же, интерес к казахстанской нефти есть. Уже в 2004 году Россия готова прокачать по системе «Транснефти» до 17,5 миллионов тонн казахстанской нефти. Но у Казахстана к тому моменту появился новый приоритет – Каспийский трубопроводный консорциум. Его появление сильно изменило характер экспортного вопроса для Казахстана. Ну, во-первых, это международный консорциум. Во-вторых, понятно, ну, это должно было быть предметом высоких государственных договоренностей. И, конечно же, такой проект КТК родился и осуществился только благодаря там, стратегическому замыслу и воле нашего президента Ельбаса, первого президента, и договоренности с Российской Федерацией. Впоследствии к ним присоединились международные компании. Это же был первый проект, когда совместно крупные нефтяные компании мира и государства России и Казахстан решили работать вместе. В год 30-летия независимости Казахстана Каспийский трубопроводный консорциум тоже юбиляр. Его запустили 25 лет назад. А уже в мае 2004-го система КТК вышла на полную загрузку проектной мощности первого этапа. А все благодаря вводу в действие нефтепровода Аксай Большой Чаган-Атырау длиной в 635 километров.
Система транспортировки Карачаганак-Атырау – основной экспортный маршрут карачаганакского месторождения. Все стабилизированные жидкие углеводороды, добытые здесь, отправляются по этим трубам. Построены они были в 2003 году, и прямо на этом месте система уходит под землю. Несмотря на то, что больше мы ее не видим, прямо здесь, под землей, скрывается магистраль длиной более чем 600 километров до самого Атырау, где система соединяется с Каспийским трубопроводным консорциумом. Оттуда уже по нему нефть течет до самого Новороссийска, к Черному морю, ну и оттуда на танкерах отправляется в Европу. Такое вот удивительное путешествие. Вот так в первые годы появления КТК из Казахстана в систему стало поступать больше 21 миллиона тонн сырья в год. Но большинство, разумеется, из тенгизского месторождения. КТК сегодня является главным маршрутом. Если где-то вот, в 2019 году мы добывали 90 миллионов, то прокачали почти 161 миллион. Да? Две трети нефти прокачивается. Добываемой нефти в Казахстане через КТК. Сегодня это надежный и главный маршрут, и он тем самым он обеспечивает развитие тенгизского месторождения. Место, где Каспийский трубопроводный консорциум принимает нефть из Тенгиза. Вот буквально за этим забором это еще ТШО, а вот здесь, по эту сторону, уже КТК. Нефть сюда поступает круглый год, бесперебойно. Но прежде чем отправиться на мировые рынки, сырье проходит через нефтеперекачивающую станцию. Первую на большом пути. Всего на протяжении всей системы таких станций 15. 4 на территории Казахстана, остальные в России. Перефразируя крылатую фразу, скажу: нефть любит счет. Именно поэтому первым делом она поступает сюда, на узел учета. Здесь повсюду установлены счетчики, которые фиксируют каждый поступивший кубометр нефти. По вот этим трубам она сюда приходит. Они, к слову, способны принимать до 2000 кубометров нефти в час. Этим объемом, чтобы вы понимали, можно заполнить сразу 100 железнодорожных цистерн. А таких линий, на минуточку, здесь сразу 4. Еще 2 планируют в ближайшее время ввести в эксплуатацию. Вот и считайте, насколько все-таки выгоднее экспортировать нефть трубопроводом, а не по железной дороге. Дальше нефть проходит лабораторные исследования, здесь же, на нефтеперекачивающей станции. Ну а после уходит под высоким давлением по магистральному трубопроводу в сторону Черного моря. Вот он, нулевой километр, отправная точка, с которой тенгизская нефть по системе Каспийского трубопроводного консорциума отправляется в сторону Новороссийска. Приблизительно каждые 100 километров она проходит через нефтеперекачивающие станции. И каждый раз с увеличивающимся давлением и с новой силой казахстанская нефть марки «Тенгиз» отправляется на мировые рынки. Сегодня по КТК транспортируется 2/3 от объема добываемой в Казахстане нефти. С 2001 года по системе «Тенгиз-Новороссийск» на мировые рынки отправлено около 800 миллионов тонн углеводородов. С 2003 года по сентябрь 22-го налоговые поступления от проекта составили 170 миллиардов тенге. Понятно, что система КТК – самый масштабный коридор экспорта нефти из Казахстана. Однако одновременно с европейским направлением важно было освоить новые рынки сбыта. Казахстан устремил свой взор на восток. Китайский вариант начал активно прорабатываться, и китайский вариант начал, так сказать, активно поддерживаться. Интерес Китая к сотрудничеству с Казахстаном с каждым годом возрастает. В 1997 году Нурсултан Назарбаев встречается с премьером Госсовета КНР Ли Пеном. Подписывается соглашение о строительстве нефтепровода «Западный Казахстан-Западный Китай» протяженностью 3200 километров и стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Финансирование обеспечила китайская сторона. В июне 2004 года для реализации проекта создается ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод». Участниками на равнодолевой основе выступили АО «Кастрансойл» и Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа. Первым этапом стало строительство участка Кинкияк-Атырау. В тот период из Актюбинска вел только один нефтепровод на Орский НПЗ. Подключение месторождения Актюбинского региона к мощностям КТК и Атырау-Самара обеспечило диверсификацию сбыта. В 1997 году, 15 декабря,
10 часов утра ко мне заходит 15 китайцев. Они мне сказали, мы приехали, мы хотим вас пригласить, чтобы совместно мы разработали эту нефтепровод. Я поблагодарил, хорошее, высокое доверие. Почти месяц они по трассе ездили и согласовали, выбрали трассу. И мы с ним в 99-м году закончили и получили заключение китайских экспертных организаций и казахстанских уже готово. Переговоры с китайской компанией длились полгода, зато проложили трубопровод в рекордно короткие сроки – за 365 дней. В 2009-м закончили центральное звено маршрута – участок Нинькияк-Кумколь. Нефтепровод «Западный Казахстан» – «Западный Китай» решил важную стратегическую задачу страны. Ранее действующие раздельно магистральные нефтепроводы Атырау-Самара и Омск-Павлодар-Шымкент были объединены в единую систему по транспортировке сырья из западного региона на павлодарские и шымкентские нефтеперерабатывающие заводы с высокой мобильностью переключения. Включение нефтяных потоков на разные рынки. Общая протяженность трубопроводов Кинкияк-Кумколь от Асуала-Шанькоу – 2800 километров. Максимальная пропускная способность – 20 миллионов тонн нефти в год. Стоимость проекта – свыше 1,5 миллиарда долларов. Поступление в бюджет страны – 60 миллиардов тенге. Во время строительства было создано 5300 рабочих мест. В 2014 году через территорию Казахстана впервые начался транзит российской нефти в КНР по маршруту Приртышск от Асуала-Шанькоу. Таким образом, республика создала систему, востребованную другими странами. Позже Казтрансгаз договаривается о строительстве газопровода «Казахстан-Китай». Это основная часть гигантского по протяженности и пропускной способности маршрута, который связывает месторождение Центральной Азии с потребителями в западной, центральной и южной части Китая. В полном виде эта газотранспортная магистраль именуется Трансазиатским газопроводом. Его протяженность от Туркменистана до границы с Китаем – 1833 километра. Большая часть – 1300 километров – приходится на газопровод «Казахстан-Китай». По данному газопроводу уже на сегодняшний день прошло порядка 340 миллиардов кубов газа. Представляете, транзитом. То есть это опять же Казахстану, это какая-то транзитная большая выручка. Мало того, мы сидим на перепутье, мы сидим между Туркменистаном, Узбекистаном и Китаем. Мы станем большим транзитным центроазиатским хабом, от которых очень много зависит. Да? И чем еще нам хорошо, нам, как Казахстану, то, что посредством данного газопровода мы сами начали свой газ экспортировать. В феврале 2008 года для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода Казтрансгаз и CNPC создают в равных долях ТО «Азиатский газопровод». Стоимость проекта оценена в 6,5 миллиардов долларов. Масштабное участие проектных подразделений «Казмунайгаза» в создании сложного и гигантского по размеру объекта свидетельствовало о высоком технологическом и интеллектуальном уровне казахстанских профессионалов в секторе нефтегазового проектирования и инжиниринга. Работа этих подразделений КМГ создала потенциал для успешного проектирования сложнейших объектов мирового класса. Сооружение газопровода «Казахстан-Китай» стимулировало новую мощную волну развития газотранспортной системы страны. Главная идея этого плана – соединение западных и южных газопроводов Казахстана, так же, как это было сделано с нефтепроводами. Создание интегрированной газовой системы дает возможность не только оперативно управлять потоками голубого топлива, ориентиры были куда шире и глобальнее. В декабре 2010 года создается ТО «Газопровод Бейнеу» Базой-Шымкент для строительства одноименного газопровода. Южные регионы вообще всегда зависели от газа с Узбекистаном. Вот когда уже мы пришли, и пока не построился газопровод Бейнеу-Базой-Шымкент, который соединил западные месторождения с южными потребителями, газ поставлялся с Узбекистана. По численности населения нашей республики можно считать, что мы достаточно богатая страна по газу. Но все они, как вы обратили внимание, расположены на западе республики. И чтобы
довести их до потребителя на юге, центре и северных районах республики, необходимо прокладывать магистральные газопроводы большой протяженности. Протяженность магистрального газопровода Бейнеу-Базой-Шымкент 1475 километров. Маршрут проходит по территории Мангыстауской, Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областей. Здесь, на конечной точке, газ поступает на газоизмерительную станцию для учета и перераспределения. Но я думаю, объяснять никому не нужно, что газоизмерительная станция – объект повышенной опасности. Мало того, что повсюду здесь по трубам течет газ, так еще и под высочайшим давлением 100 паскалей. Ну, это как если бы на такой вот маленький камень надавить ящиком 100 килограммов. Поэтому вопросам безопасности здесь уделяют особое внимание. По всей территории установлены такие вот датчики. Они улавливают запах газа. И как только это происходит, система останавливает все процессы на станции автоматически для того, чтобы не произошло какой-то крупной и серьезной аварии. Газопровод Бейнеу-Базой-Шымкент оснащен технологически новейшим оборудованием. И это понятно, ведь его цель не только заполнить газом внутренний рынок страны, но и отправить сырье на экспорт. Это уже сложнее. От этого проекта зависит производство газа в Западном Казахстане. То есть, если, например, раньше в Западном Казахстане газ двигался только в одном направлении, только до границы с Россией, то теперь уже есть возможность поставлять на внутренний рынок. А для нас внутренний рынок – это приоритет. Как переселились в эти дома в 1972 году, у нас не было природного газа, мы топили печки углем, дровами, это проблемно было все. А вот наконец-то мы вот в этом году дождались газ. Я, правда, с Нового года пользуюсь этим газом, но вот еще отопление только подключили в этом году. Дай бог, если все хорошо будет, будем отапливаться. Газ, и это действительно резко изменяет быт, особенно на сельской местности, где собственный двор, собственный дом, это для хозяек это просто, ну, счастье. Когда молодым специалистом начал работать с 85 года на месторождениях Мангыстауской области, я свою трудовую деятельность начинал в Жетибае. Я вам скажу, что рядом в поселке не было газа. А вот не говоря о газификации, значит, Казахстана, газовой инфраструктуры не было. Вот это все плоды независимости. Сегодня мы сами решаем. Сегодня газотранспортная инфраструктура Казахстана позволяет даже часть газа экспортировать, тем самым перекрывая или субсидируя, будем говорить, цены газа на внутреннем рынке. Стыковка Бейнеу-Базой-Шымкент и казахстанско-китайского газопровода. Ну, при одном только слове «стыковка», согласитесь, кажется, будто две магистральные системы в одном конкретном месте соединяются в один узел. Ну, это не совсем так. На самом же деле все это большой стыковочный комплекс, назовем его так. Вот с той стороны сюда подведен Бейнеу-Базой-Шымкент. Здесь газ перераспределяется и отправляется для дальнейшей очистки на компрессорную станцию. Но вот именно это место принято считать отправной точкой казахстанского газа на экспорт в Китай. Прежде чем отправиться в КНР, товар действительно проходит через систему компрессорной станции. Здесь используется новейшее современное оборудование, ведь огромные объемы природного газа проходят через эти трубы. 22 тысячи кубических метров в минуту. Это как 2250-литровых газовых баллонов или 4 шара монумента Байтерек. Представили? Так вот еще раз, такое количество газа в минуту. Но это коротко о скорости и объемах. В конце 90-х годов Казахстан заложил основы для развития еще одного нового маршрута экспорта нефти. Позже, 16 июня 2006 года, президенты Казахстана и Азербайджана Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев подписали важный документ. Это был договор о поддержке и содействии транспортировке казахстанской нефти через Каспийское море и Азербайджан на международные рынки. Так началась совершенно новая большая история уникального и амбициозного проекта.
казахстанского морского транспортного флота. Так как у нас есть Каспийское море, и тогда, понятно, начиналось освоение недр Каспия, то есть Тенгизское месторождение, то есть увеличился объем добычи нефти. И та политика, которая главы государства была, это многовекторность. И одним из таких маршрутов альтернативных это был Южный маршрут, направлением через порт Актау, Азербайджан и далее через Грузию, через Черное море. И, соответственно, было принято решение о создании судоходной компании в Казахстане. Когда-то сложно было себе представить, что отсюда, с восточного побережья Каспия, будут отправляться в большое плавание танкеры, заполненные казахстанской нефтью. Сегодня мало того, что это стало чем-то привычным, так еще и суда теперь тоже наши, отечественные. Казахстанский флот, созданный в первое десятилетие независимости, сегодня без преувеличения лучший на Каспии. Теперь Казмуртрансфлот – отлаженный механизм с регулярными доходами и большими перспективами. Ежегодно по Каспию транспортируют порядка 2 миллионов тонн в год. По Черному и Средиземному морям – порядка 50 миллионов тонн ежегодно. 10 миллионов тонн силами Казмуртрансфлота. На сегодняшний день мы перевезли более 130 миллионов тонн нефти за период с 2001 года до сегодняшнего дня. Также компания уже работает в открытых морях. У нас есть большой флот, так называемая формация. Если, как я говорил, для Каспийского моря это у нас 12-тысячники, то в Черных морях у нас 120-тысячники, 10 раз больше танкеров. Поэтому я могу сказать достойно, что компания перевозит нефть, продолжает возить нефть. Компания на месте не стоит. Как и магистральные нефтепроводы, Казмуртрансфлот вносит большой вклад в экономику страны, базируясь на надежности, экологической безопасности и экономической эффективности. Это главные принципы всей нефтегазовой отрасли страны. Кстати, вот если транспортировка сырья – одно из ключевых звеньев нефтегазовой цепи, то сама система трубопроводов – это не только трубы. Важную роль здесь играют нефтеперекачивающие станции. В Казахстане их десятки, но вот как раз здесь, в Мангыстау, базируется НПС, достойная особого внимания. Уникальная нефтеперекачивающая станция «Актау» – единственная в Казахстане, где нефтью наполняют, внимание, танкеры. Находится она, как вы понимаете, прямо на берегу Каспийского моря, по соседству с морским портом Актау. Вообще здесь способны принимать нефть сразу с нескольких регионов страны. Это коротко о возможностях. Правда, сегодня она в основном сюда поступает с места рождения полуострова Бузачи. Но и главное, принимают здесь сырье и отправляют сразу тремя разными способами. Еще раз, аналогов этой станции в Казахстане нет. Как правило, сырье здесь не задерживается. Нефть принимают, резервуары заполняются. Они здесь, кстати, разные на 5, 10 и 20 тысяч тонн. После всех необходимых процедур сырье отправляют к потребителям по трубопроводу под высоким давлением. Ну или танкерам по Каспию. Когда-то для того, чтобы переключиться с одного резервуара на другой, приходилось вручную крутить задвижки, работать людям под палящим солнцем в неимоверной жаре. Сегодня система полностью автоматизирована, а главное, только вдумайтесь, управляет всем этим один человек. Раньше все был ручной труд, все вручную крутило задвижки, резервуар, отбор, все ручное. А сейчас все автоматизировано. Сижу я здесь вокруг компьютеров и управляю всей станцией. Даже за передвижением танкеров специалисты теперь следят на экране своего смартфона. Когда Казмуртрансфлот создавался, такое даже представить было сложно. Нынешний генеральный директор компании Айдар Уржанов в 2001 году устроился в Казмуртрансфлот простым специалистом. За 20 лет прошел все ступени до первого руководителя. И сегодня, когда столько всего пройдено, планов на будущее еще больше. Хотим построить паромы, это наша давняя идея построить паромы и транспортировать уже грузы, которые идут из Казахстана. То есть это в целом вагоны там, с нефтепродуктами, вагоны с конечным продуктом, то есть всякой химии и так далее.
За годы развития транспортной инфраструктуры нефтегазовая отрасль вышла на совершенно новый уровень. Национальная компания «Казтрансойл», используя свои мощности, расширила географию казахстанского нефтяного экспорта, открыв для себя мировые рынки по разным направлениям. Благодаря умной и правильной политике в сфере транспортировки сырья, государство увеличило добычу нефти с 16 до 90 миллионов тонн в год. И это при том, что страна не имеет выхода к открытым морям и океаном. Мы сегодня имеем диверсифицированную систему трубопроводов, позволяющую нам экспортировать нефть как в сторону Европы через трубопроводы от Раусамара и КТК, так и в сторону Китая. Это вот наши основные экспортные направления. Нефтяная отрасль сегодня является как бы локомотивом и, образно говоря, кровью экономики Казахстана. И значение нефтяной отрасли, конечно, трудно преувеличить. Поэтому, я думаю, нефтяники могут сполна гордиться тем, что было сделано до сегодняшнего дня, тем, что сегодня делается. Ну и, конечно же, мы с уверенностью смотрим в будущее. За 30 лет независимости Казахстан выстроил мощную нефтегазотрубопроводную сеть с добычей на западе и потреблением на юге, в центре и на востоке страны.